Из Севастополя или из Санкт-Петербурга? С Yeah.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие посетители парка «Сокольники». И мы рады вновь приветствовать вас здесь, на 8-м международном открытом фестивале клоунского искусства в парке «Сокольники». Ну что ж, дорогие друзья, прежде чем открыть фестиваль, я хотел бы представить его участников. Итак, театр «Карнавальчик», Санкт-Петербург. Владислав Богданов, город Воронеж. Евгений Гитис, клоун Джека, Москва. Театр «Мэтт Комедия», Москва. Клоун Михася, Ярославль. Театр «Четверо», Санкт-Петербург. Мимотроники, Москва. Пан Жоржик и Гаврош, Белоруссия. Юрий Светлаков, Белоруссия. Ольга Скрипачева, город Санкт-Петербург. Театр, имени которого нельзя называть, Санкт-Петербург. Оксана Перемухина, Москва. Братья Саламатовы. Театр «Гримаса», Москва. Они пока подъезжают еще. Вы им еще успеете поаплодировать. Рим-Дин, Республика Крым, Севастополь. Никита Павловский, Москва. Гастон Флоп, Франция. Театр «Каникулы», город Москва. Друзья, One Thing Show, Израиль. Он только что прилетел, поэтому он успеет к своему выступлению. Давайте ему поаплодируем, чтобы быстрее добрался. Ну и, конечно, я хотел представить сегодняшнюю свою соведущую Ольгу Анечкову. Ну что ж, друзья, и теперь хотелось бы представить наше компетентное, почетное и очень суровое жюри. Итак, председатель жюри Немчинский Максимилиан Изяславович. Специальный гость фестиваля и почетный член жюри Нина Сергеевна Оклад. Член жюри Рыбкин Александр Владимирович. Юрий Станиславович Сучков. Член жюри, который приехал нам представлять фестиваль комедиата на нашем празднике, Крюков Владимир Константинович. Член жюри Василий Анатольевич Конопляник. Член жюри Борис Михайлович Оскотский. Ну что ж, друзья, а прежде чем... Ну что ж, я хочу сказать самые главные слова, да? Итак, 8-й международный открытый фестиваль клоунского искусства в парке «Сокольники» объявляю открытым! Итак, друзья, еще раз хотелось бы сказать слова благодарности парку «Сокольники», директору парка «Сокольники» Андрею Витальевичу Лапшину, который предоставляет нам такую прекрасную возможность каждый год уже в течение 8 лет проводить этот замечательный фестиваль. Давайте ему поаплодируем. Ну что ж, мы начинаем. Итак, первым номером нашей программы, Оль, объявишь?